Сегодня в Рязани с площади Победы стартовал международный благотворительный марафон мира. За 10 дней его участники на велосипедах проедут 1300 километров. Маршрут пролегает по четырем областям – Рязанской, Тульской, Орловской и Липецкой. Марафон уже четверть века. Он вырос из недр фонда, целями которого являются помощь детям-инвалидам и инвалидам-чернобыльцам. Рязанцы участвуют в велопробеге с 1995 года. В разные годы его маршрут менялся – от северной точки мыса Нордкап до Кубы и Австралии. В этот раз маршрут более локальный. Он проложен по тургеневским местам и другим культурным достопримечательностям в честь Года культуры. У велопробега есть еще одна миссия. В местах остановок участники будут проводить велосоревнования для детей. В Рязани они вернутся 27 апреля. И у нас цель объединения всех людей, чтобы дружно жили, чтобы чистый воздух был. Собираем ребят тренироваться, спорт, потому что спорт, велоспорт один из самых массовых, третий по медальемкости на Олимпиадах. И, как сказал Марк Твен, я спокоен за мир, когда вижу взрослого на велосипеде.